La la la. Son felice che nulla voi nascesse. L'aria di questa notte. Questa notte. Sì, o fui del colpo. Se ho dormito sempre. Avrò dunque sognato la la la. E come tutto osserva non è il suo. Dorme il duca tutt'or. Si dorme ancora. Con sfogo parlo la duca sa. Dorme. Qui orror con voi non era. E a caccia. Sento parti, sento parti. E non capisci che per ora vendere non partì. Ah, ella è qui dunque. Ella è col duca. Sì. La giovine che sta là. Ma la saprò riprender, ella là. Se la manca i pedesti, la riceva tu. Io voglia figlia. La figlia. Sì, la mia figlia. Natal Vittoria, che adesso non ride. Ella là, la valia, la renderete. Dannata, per quel prezzo vendeste il mio bene. Fa voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia impagabile. Жалета замков. Меня не могут заключить в эту тюрьму. Ведь здесь содержат только политических преступников. Мир входящий. Non è vero. У нас не принято поднимать крик. В замке Ив должно быть тихо. Советую вам это запомнить. Пошли! Ай!
сожалению, я не узнал ничего нового. Некоторые жандармы полагают, что его уже нет в живых. На прогулку! Я хочу видеть коменданта. Комендант является по просьбе арестанта. Мне нужен комендант. Ешь, безумец. Я должен увидеть коменданта. В этой камере сидел безумный аббат. Тот на этом деле свихнулся. Он давал коменданту за свое освобождение 1 000 000. У тебя тоже есть 1 000 000. Если ты не позовешь коменданта, я как-нибудь подкараулю тебя за дверью и размочу тебе голову вот этой вот табуреткой. Ешь! Боль! В чем дело? Шумит? Буйствует? Нет, пока только угрожает. Чего хочет? Подкараулить меня под дверью и размочить голову табуретом. Переведите его вниз. Сумасшедших надо сажать сумасшедшими. Кто это был? Комендант Бертье. Боль, зови Жили. Будем переводить. Приковывайте. Thank you.
Простите, великодушно. Извините за беспокойство. Страшная ошибка. Я прорыл подкоп в 50 футов. Я работал около 3 лет. Но, увы, отсутствие циркуля погубило меня. И вместо 40 футов по эллипсу оказалось 50. Я хотел Позвольте войти. Я хотел добраться до наружной стены, а угодил к такому же узнику, как я. Входите. Как вас зовут, сударь? Эдмон Дантес. Так как ваше имя? Эдмон Дантес. С какого времени вы узник? 28 апреля 15 года. Я угодил сюда 4 годами раньше. Рад нашему знакомству. Я аббат Фария. Владелец несметных сокровищ. Я действительно очень состоятельный человек. Но в данную минуту у меня не гроша за душой. Вам сказали, что я сумасшедший? Было. Это приятно. В замке Ив я самая популярная фигура. Когда сюда приезжает очередной инспектор, ему первым делом показывают меня и спрашивают, сколько у меня миллионов. Вас это не интересует. У вас утрачен интерес к жизни. Ничего, мы его вернем. Разрешите помыть руки? Прошу. У меня тоже терялся интерес к жизни. В общей сложности не менее 20 раз. Последний раз я потерял его только что, когда увидел вас. Вы итальянец. Я много говорю, вы правы. С такой скоростью говорят только итальянцы. Им слишком много надо сказать себе, чтобы успокоиться, и в то же время сделать все, чтобы не услыхать никого другого. Долгие годы я твердил им, что разразненные итальянские княжества надо объединить хотя бы временно веков на 8-9 в единое итальянское государство. Я твердил им это потому, что был уверен, меня не услышат. Но судя по тому, что я здесь... Вас услышали. Мне нравится, как вы улыбаетесь. Прежде чем заплакать от моих слов, умные люди всегда начинают улыбаться. Я итальянец, но интересуюсь не только лишь моей Италией. Ваша Франция тоже большой подарок Господу Богу. Не знаю, как вам, а мне стыдно за вашего Бонапарта и всех Людовиков вместе взятых. Разумеется, за исключением Людовика XVI, которому отрубили голову. Вовремя лишиться ненужной вещи – большая удача. Бонапарта. Ну, теперь будет корм для рыб. Ну что, бросаем здесь? Да. Груз привязал? Привязал. Опять не добросим. На камни упадет. Ничего, прибоем смоет. Да, а потом выслушивая вопли коменданта. Ну, давай. Опа. Упал в море. Турецкий вы знаете? Да, и вас научу. А зачем в этом каменном мешке турецкий или любой другой? Вам здесь плохо, вы недовольны, да? Конечно, я же не сумасшедший. С сумасшедшими можно говорить на любую тему.
Безумие вообще – это выход за благопристойную норму, но не всегда в худшую сторону. Вы, сударь, недооцениваете преимущество этого пространства перед так называемой свободой. Когда-нибудь, вылистая за пределами этого сооружения, вы будете вспоминать свою молодость и общение со мной как самую яркую страницу своей жизни. Этот мрачный замок превратится для вас в священную реликвию. Вас еще не пытали? Нет, но меня били. Этого мало. Нужно пройти моральные пытки. Дорогой аббат, я испытал здесь страшные мучения. Что вы называете страшными мучениями? Накануне своей свадьбы я, по неизвестным причинам, попал в эту ужасную тюрьму. Так не бывает. Уверяю вас. Состава преступления, как правило, может и не быть, но причина есть всегда. Я ее не знаю. Мучаюсь догадками. Не могу понять, почему я сижу в этом адском замке. Какая вам разница? Стоит ли тратить драгоценное время на выяснение обстоятельств жалких и недостойных? Жалких? Полно, полно. Хотите знать, почему вы здесь? Да. Давайте вспомним. Что? Что я должен вспоминать? В принципе, человек может вспомнить все, даже пребывание в утробе собственной матери. Наука это отрицает, но, боже мой, она, бедняжка, так часто меняла свои воззрения. Подойдите ко мне. Требую полного подчинения. Прошу сесть. Соберите осколки ваших мыслей. Я помогу вам. Вспомните людей, которые были рядом с вами. Твои каталаны. Трепещешь? Да. Бросишь якорь? Брошу. А не перепутаешь? Бизань, шкот, сливер, нералом. Ты что, не доверяешь Данглару? Thank you.
Здравствуй, Фернан. Здравствуй, Мерседес. Ну-ка, дай. Иди сюда. Что ты задумал? Умоляю, отдай нож. Фернан! Фернан, остановись! Отдай нож! Поклянись, что вы станете братьями, или я убью себя. Этот нож войдет в мое тело, ты меня знаешь. Мерседес! Клянись! Я убью себя! Ладно, клянусь. Эдмон, подойди к нам. Ну что ж, будь счастлива. Значит, Фернан, зачем он отошел с Мерседес? Не знаю. Она забрала у него нож. Это мой брат Фернан. Он хочет пожать тебе руку. Так, вспомните, что было дальше? Ну-ка, мадам. Осторожно, осторожно. Соболезную. Вещи капитана Леклера. Разрешите произвести таможенный досмотр? Ну, отдали дань мертвым, займемся живыми. Состояние груза? Все в порядке, господин Морель. Как только мы похоронили капитана, Эдмон принял команду, мы следили за его сохранностью в четыре глаза. Капитан Леклер никогда не болел. Да, господин Морель, я должен доложить вам, что последней волей капитана Леклера была остановка у острова Эльба, где я должен был встретиться с маршалом Бартраном и забрать у него письмо. Вы исполнили его последнюю просьбу? Разумеется, господин Морель. Отлично. Вы мне поможете выбрать нового капитана. Им может стать Эдмон. Им может быть Данглар. У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы? Господин Морель. Да? Я попросил бы предоставить мне отпуск для поездки в Париж. Я должен передать письмо. И еще... Вы женитесь на этой очаровательной каталанке. Откуда вы знаете? Она каждый день приходила ко мне справляться о вашем прибытии. Когда венчание? Через три дня. Поездка в Париж может повредить вам, Эдмон. Но это последняя просьба капитана Леклера. У нас не любят тех, кто общается с императором. Но я даже не видел его. Да, но вы получили письмо на острове Эльба. А теперь собираетесь везти его в Париж. Господин Морель, но об этом не знает никто, кроме нас троих. Ну что ж, будем надеяться, что это останется между нами троими. Я воспользуюсь вашим предложением, Данглар. Ровно через месяц я жду вас на этом месте. Вы назначаетесь капитаном, Эдмон. С этого надо было начинать связь с узурпатором. Вы заходили на остров Эльба? Да, заходили. Данглар и Морель об этом знали. О, нет, нет, что вы, дорогой аббат. Данглар и Морель бросились в жандармерию сразу после моего ареста. Мне об этом сказал Вильфор во время допроса. Расскажите о свадьбе. Вспоминайте их внимательно. Где ты, свет и сон? Где ты, смех и стон? Ты не слеп, судьба не слепа. Друзья мои, я приглашаю вас на свадьбу, которая состоится завтра по каталанскому обычаю.
Ты счастлив? Счастлив. Конечно, счастлив. Что сейчас будет? Сейчас будет очень красиво. Верна! Она въедет на белом коне. Сюда! А потом ты возьмешь ее на руки. Во все бутылки. Молодец, давай. Ферран, перестань ты его. Ну что ты расстраиваешься? Ай! А ну-ка! Ко мне, быстрее сюда! Без огня дома не прожили дня, не прожили дня. Правду люблю, правду говорю. Ветер нет, паруса. Я люблю тебя. Может, нужно лгать самому себе. Может, нужно плавать по воле волн. Мой жеутлый челн неуловом полн. Предоставлен судьбе мой челн. Вы арестованы. Эдмон! Но я хотел бы знать причину. Вы ее узнаете. Только не здесь и не сейчас. Следуйте за мной, господин Дантес. Нет! Эдмон! Обратите особое внимание на сопроводительные документы. Я прошу вызвать сюда господина де Вильфора. Я прошу вызвать сюда господина де Вильфора. Господин де Вильфор уже позаботился о вас. Готовься.
Сидеть. Успокойся. Отдать концы. Вперед. Вильфор? Помощник королевского прокурора. К нему вернемся позже. А сейчас постарайтесь вспомнить как можно точнее, что вы видели на столике таверны, где сидели Кадрус, Данглар и Фернан. Что показалось вам необычным у них на столе? Бумага и чернила. В наше время бумаги и чернил надо бояться больше, чем чего бы то ни было другого. Я не могу поверить. Можете не верить. Донос на вас был написан либо Фернаном, либо Дангларом. Не исключено, что один диктовал другому. Фернан мог ненавидеть вас, но сочинить подобного рода послание, на это нужен ум более гибкий и изощренный. Вас предал ваш лучший друг Данглар. А теперь самое время вернуться к Вильфору. По просьбе Мореля, господин Вильфор допросил меня лично. Вы Эдмон Дантес? Да, но почему я здесь? За что арестован? Мне много известно о вас. Господин Морель, господин Данглар, которые только что у меня были, говорили о вас много лестного. Оставьте нас наедине. Слушаю, господин помощник прокурора. Мало того, мне известно, что, к несчастью, вас арестовали прямо на помолвке. И что ваша невеста прекрасна. Да, господин... Помощник прокурора Вильфор. Да, господин помощник прокурора. По-моему, мы с вами в некотором роде друзья по несчастью. Меня тоже вызвали прямо с помолвки, и моя невеста тоже прекрасна. Так давайте выпьем по бокалу вина за наших невест. Я уверен, господин Дантес, что вы невиновны. Сейчас мы выполним некоторые формальности и вернемся к своим возлюбленным. У вас есть враги? По-моему, я их еще не нажил. Не успел. Вы думаете? Прочтите. Что это? Анонимный донос. Что это, господи? А теперь отвечайте мне не как обвиняемый, а как человек, попавший в беду. Только одно условие. Говорить честно. Конечно. Вы знали содержание письма, посланного в Париж бонапартистскому комитету? Нет, господин помощник прокурора. Господин де Вильфор. Нет, господин де Вильфор. Я далек от политики. Верно. Но политике сие безразлично. Эта шаловливая дама... задевает нас всех. А письмо при вас? Нет, его забрали при обыске у меня дома. Ах, да, пойдемте к комиссару. Господин комиссар, представьте мне бумаги, конфискованные в доме у господина Дантеса. Прошу вас. Оставьте нас. Хорошо. Вы помните, кому было адресовано это письмо? Конечно. Господину Нуартье, улица Кокорон в Париже. Кому? Господину Нуартье. Mm.
Кто, кроме вас, знает, что это письмо адресовано господину Нуартье? Никто, кроме человека на Эльбе, который передал его. А во Франции кто-нибудь знает, что это письмо адресовано господину Нуартье? Никто, господин помощник прокурора. Это письмо – страшная улика. Но я его даже не читал. Все равно, это письмо – смертный приговор. Вы должны поклясться, что никто и никогда не узнает об этом письме. Клянусь. Я верю вам. Такой поступок слишком благороден, а потому неестественен. Но почему меня обвинили без суда? Вы можете ответить? Пути правосудия темны и загадочны. Теперь все то же самое. Подробнее, не упускать ни единой детали. Это письмо – страшная улика. Да, но я не читал его. Я исполнял последнюю просьбу капитана Леклера. Но это ваш смертный приговор. Что же делать? Что делать? Я помогу вам. Вы мне симпатичны. Я знал одного Нуартье. Говорите, я слушаю вас. Вы должны поклясться, что никто и никогда не узнает о существовании письма. Иначе я погиб. Клянусь. Я верю вам. Нуартье! Я знал Нуартье при дворе королевы Ретурии. Нуартье! Камергер! Племянник графа Сильви! Нуартье! Революция! Париж! Жирондист! Улица Кокарон! Имя вашего благодетеля? Де Вильфор. Это его сын! Благородный палач, взял с вас клятву, что никогда не произнесете имени его отца. И решил умертвить вас в замке Ив. Мне надо идти. Через минуту здесь будет тюремщик. Откуда вы знаете? Иногда я чувствую, что должно произойти. Когда я снова увижу вас? Скоро. Тщательно подгоните камни со своей стороны. Моя камера имеет несомненные преимущества перед вашей. Та же тюрьма, но своя, собственная. Все крайности патриотизма зиждутся на этом зыбком ощущении. Вам не кажется? Сегодня мы прошли 10 футов. Нам осталось еще... Это около... мне осталось еще, а вам предстоит гораздо больше. В отличие от меня, вы заключены сюда пожизненно. С этим надо смириться, господин Дантес. Вы должны остаться здесь навсегда. Выйти из замка Ифу должен другой человек. Какой смысл войти в эту цитадель разума,
одноклеточным примитивным существом и выйти отсюда таким же идиотом, только постаревшим. Вы не собираетесь помолодеть за эти годы? Отвечайте честно, господин Дантес, как учил вас Хильфор. Нет. Значит, вы человек без предрассудков. Уже хорошо. Подкрепитесь. У вас есть какие-нибудь политические или философские убеждения? Нет. Это естественно. При нынешнем упадке образования все внимание уделяется накачиванию мускулов. А вы знаете, что мозг человека не уступает бицепсам и так же поддается развитию, как любой другой телесный орган? Впрочем, откуда вам это знать? Вы ноль! Вы чистый лист! Хорошо! Воспользуемся тем, что я художник, и нарисуем на этом чистом листе бумаги портрет мудрого и одухотворенного человека, аристократа по духу, не по званию. Впрочем, это сумасшедшая идея. Но кому же за нее взяться, как не сумасшедшему? Не слушайте меня! Купите сразу титул графа на те деньги, которые мы с вами поделим. Зачем стесняться? Быть истинным аристократом духа – удел немногих. Две трети наших именитых граждан – плохо образованные плуты в дорогом белье и с грязной шеей. Но Мариш, разбогатевший на торговле пивом, может возомнить себя графом, приобрести титул, может наводнить свой дом дорогими безделушками и даже шедеврами искусства, но они не будут питать его новорижскую душу. Они будут служить дешевым обозначением его притязаний. И только есть одно маленькое утешение. При всем своем совершенстве наше мироздание не имеет строго постоянных законов. Истина не статична. Господин Дантес, вам не кажется, что вы феномен? Вам не кажется, что вы можете воспользоваться этим непостоянством и возобладать духовностью, стать рыцарем этой духовности, совершить собственное преображение в течение одной единственной жизни, вашей собственной? Господин Дантес, я скрывал от вас, но теперь признаюсь, вам предстоит прорыть тоннель не в зыбкой породе, от которой кровоточат ваши пальцы. Нет, вы подведете подкоп под собственное невежество, дисгармонию сознания, слабость духа и разума. Вы не просто вырветесь на свободу. Нет. Мы изменим не только походку, положение позвоночника, лексику, этику и эстетику. Нет. Мы изменим структуру вашего мышления. Поднимитесь ко мне, граф. Да, я вас больше ни о чем не прошу, ваше сиятельство. Я требую полного подчинения. И вы ощутите пространство и время как высшее существо. Ах, у вас ужасающая грация. Ручаюсь, изящнее вы не станете. Но ходить прилично я вас научу. Да. Да, да, ужасающе, грация. Ходить прилично я вас научу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, нет, нет, нет.
подходите к его брюху, ходите ровно вот так. Раз, два, три. Мама Мия! Вот она, мама Мия. Аудитор et altera pars. Пишите. Аудитор et altera pars. Аудитор et altera pars. Аудитор, это альтера парс. Аудитор, это... Ты чего орешь? Я пою, это бельканто. Аудитор для альтера парс. Идиот. Вам не нравится? Весьма. Аудитор дель Аль. Идиот. Новый подкоп займет каких-нибудь 6-7 лет. Мы еще будем жалеть, что так быстро выбрались отсюда. Да, да, конечно, да. Следующий приступ будет последний. Врач приходил? Врач в политической тюрьме к живым не приходит. На чем оборвалась наша лекция? На свободе. Да, совсем забыл. Мы же собирались на свободу. Может, отложим до следующего раза? Свободу? Нет, лекцию. И в том, и в другом случае другого раза может и не быть. Господь Бог создал человека свободным. Это его главная ошибка. Святой Отец говорит об ошибках Всевышнего? Нет, я пытаюсь оживить лекцию. Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию. Это последняя капля яда, сын мой, которую я дарю вам. Вы настолько поумнели за эти годы, что можете рассуждать о свободе всерьез. Отсутствие свободы у муравья превращает муравейник в четкую и сбалансированную систему. Зачем понадобился человек, если можно ограничить земную эволюцию муравьем? Космический разум, логос, Господь Бог, как хотите, назовите эту первопричину космогонического движения, вознамерился продолжить творение мира. Вот зачем понадобился Вселенной человек. Человек призван в этом мире совершить то, чего не знает Бог. Готовы ли вы, сын мой, стать творцом? По глазам вижу, что еще нет, но будете хотя бы стараться, чтобы стать человеком. Вы уже сделали много на пути к этому званию, но оставшиеся шаги, а их немало, вам предстоит сделать без меня. Вы плохо себя чувствуете, отец мой. Нет, я чувствую себя хорошо, но я умираю.
Нет, нет, вы не умрете. Мы договорились, что лекции в этой тюрьме буду читать я. Есть немало других тюрем, где то же самое можете проделать вы. У нас мало времени, а я не сказал еще ничего о своем кладе. Не надо об этом. Вы все-таки боитесь, что я сумасшедший? Нет, я в своем уме. Но мой ум теперь не свой. Он принадлежит вам. Помогите мне. Нет, 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 я не сумасшедший. Опустим все авантюрные подробности. Опустим средневековые войны, рыцарские походы. Опустим подробности моей службы у кардинала Спада. Последний нищий потомок этой некогда грозной фамилии завещал мне свиток, который я сумел разгадать. В пещерах острова Монте-Кристо, направление восточного залива под 12-й скалой, вторая пещера, правый дальний угол. Все. До выхода отсюда нам остались последние дюймы. Мы доберемся до ближайших островов. Здесь их несколько. Отлично. Вот карта. Клад помечен крестом. Возьмите. Если вам суждено выбраться отсюда и унаследовать сокровища, постарайтесь удержать голову. Ее можно потерять. Крепко сожмите ее руками, как я учил. И еще, не вздумайте мстить этим жалким людям, что посадили вас в замок. «Аз воздам», сказал Господь. Если вас почему-либо не устраивает слова Всевышнего, отнесите это к земной мудрости. Вершить самому приговор – обременительно для тела и разрушительно для души. Найдите иную цель. Я обещаю вам выучить греческий. Мама мия. Готов, что ли? А ну, посвети! Зови коменданта! Сейчас. По-моему, суп ему больше не нужен. Давай скорей! Теперь он умер. Господи, прими душу безумца. Он был самым смиренным узником. Зашейте его в новую мешковину. Храните в море.
Прощай, Варя. Дни, проведенные с тобой, я запомню как самые счастливые дни моей жизни. Но и я больше не жилец, потому что отсюда выходят только мертвецы. Сын мой, если отсюда выходят только мертвецы, то превратитесь в мертвеца. Если выходят мертвецы, превратитесь в мертвеца. Я тебя понял, отец. Все, до завтра, сумасшедший. Простите меня, отец. Роль сумасшедшего очень удобна. Ты не в себе, но себе на уме. Ты из засады совсем наблюдаешь подробно. Делаешь ход и уверен, что ты и воспитать сумасшедших таких же, как ты. И научить идиотами их притворяться. В жизни своей воплотишь ты любые мечты. Вот победил ты злодея и сам стал злодеем. Что-то он такой легкий. Помрешь, тоже усохнешь. Не такой уж и легкий. Давай разворачивай.